Мастер техничных бросков и ловких подсечек. Дарья Грибанова – победитель и многократный призер первенств России и международных турниров. Для курянки дзюдо – это не просто вид спорта, это стиль жизни. Дзюдо, борьба, она везде. Вот именно благодаря спорту, именно дзюдо, я могу нормально, грубо говоря, жить в жизни. То есть она везде, в учебе, там, в отношениях каких-то, все именно борьба. К открытому Кубку Азии Дарья готовилась серьезно. 3 тренировки в день, специальная диета и пробежки на свежем воздухе. На турнире курянка впервые представляла взрослую сборную России. Девушка выступала в весовой категории до 52 килограммов. В дебютном поединке ей противостояла соперница из Гонконга. Первое время схватки, когда я вышла, она меня почувствовала, я себя почувствовала слабой, как-то растерялась, но где-то в середине схватки я смогла собраться и одержать победу. Следующая схватка была сложная, важная для меня. Я настраивалась, так как было за выход в финал, я настроилась, что должна ее выиграть. Ну, так и получилось, что соперница была намного быстрее меня, но я не растерялась. Вот как в первой схватке, если растерялась, то второй схватке не растерялась, и преимущество взяла сразу в свои руки. В финале Дарья сошлась на татами с опытной местной спортсменкой. Для курянки этот поединок стал самым сложным на турнире. Конечно, вся аудитория, которая была там, поддержка была на ее стороне, атмосфера давила, конечно, но соперница была реальная по силам, но, видимо, я просто растерялась в какой-то момент и за это упустила свою победу. Ну, я думаю, не хватило немножко, может быть, опыта. В финале, знаете, немножко поверила, наверное, в себя уже. Чуть-чуть, может быть, растерялась в какой-то момент. Там же секунды достаточно. Чуть-чуть не так ручку поставила, попустила в плотную борьбу соперника, и так получилось. Ну, будет делать выводы, я думаю, мы вместе будем делать их и исправлять. Работа над ошибками уже ведется. Сейчас девушка проходит подготовительный сбор на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец». В ближайшее время курянке снова предстоит показать себя на международной арене. В составе юниорской сборной России Дарья выступит на Кубке Европы, который пройдет в Польше. Станислав Костиков, Антон Латышев, телеканал «7».